Никита Калагривый ассоциируется не только с яркими ролями, но и со скандальными выходками. Артист без зазрения совести оскорбляет коллег и устраивает драки в общественных местах. Каждое интервью Никиты оборачивается скандалом. То актер нелестно говорит о звездах советского кино, то поливает грязью коллег по сериалу «Слово пацана», то признается в изменах жене. А недавно артист перешел все границы. Отдыхая в баре Новосибирска, он стал приставать к официантке. Получив отказ, Никита разозлился и укусил девушку за ногу. Потом Калагривый стал рушить все вокруг и набросился с кулаками на администратора. Актера арестовали и отправили в СИЗО на 7 суток. Выйдя на свободу, Никита переосмыслил свое поведение и, кажется, встал на путь исправления. «Я много думал и принял решение, что теперь буду хулиганить только в кино. Дорогие друзья, смотрите и ходите в кино. Хулиганьте только в творческом пространстве. Моих ошибок не повторяйте. Будьте людьми». В жизни же Кощей и Слово пацана готов вести себя скромнее ради 2-летней дочки. Артист хочет, чтобы малышка им гордилась, а все его поступки можно списать на звездную болезнь, которая в одночасье вскружила голову.